Здесь же все зависит от бизнес-цикла предприятия, от его потребностей. Если вам кредит нужен, чтобы купить новое производственное оборудование, вы расширяетесь, спрос на вашу продукцию растет, и вы хотите увеличить объемы, то, наверное, возврат таких инвестиций будет, ну, не на горизонте 3 месяца. Если же у вас бизнес связан с торговлей, и вы знаете, что вам надо закупить товар 2 недели, чтобы его привезти, и еще 2 месяца, чтобы его продать. Наверное, не стоит брать кредит на 3 года и 3 года платить проценты, потому что уже через 3 месяца вам вложенные деньги вернулись с прибылью, и вы уже можете и кредит погасить, и проценты оплатить, и как хороший заемщик опять взять кредит на 3 месяца и опять закупить товар, привезти его и продать. Поэтому тут надо ориентироваться исключительно на свои потребности и просчитывать свой бизнес-цикл.